Я считаю, что абсолютно непродуктивное обсуждение на фоне осложнения и международной обстановки, и военно-политической. Приняты 4 закона, по которым, если выборы совпадают, то они должны проводиться в день проведения думских выборов. Все остальное от лукавого. Когда говорят насчет компромисса, компромисс возможен. Мы его давно предлагали, еще раньше. Давайте перенесем выборы на удобное время, октябрь или начало ноября, и все будет соответствовать и Конституции, и элементарному порядку, и это будет исключительно уважительно к нашим гражданам. К сожалению, по-прежнему продолжают мухлевать. Сначала партии 50 тысяч, потом 500 человек. Знаете, сейчас сколько партий? В списке в ЦИКе 72 партии, и еще 60 стоит на очереди. Это полный дурдом, а не политическая система. Было 6-7 партий, надо было укреплять и помогать им, вместо этого начинают растаскивать. Справедливую Россию скорее к Народному фронту, Единая Россия не хочет отчитываться перед избирателями, давайте проводить выборы тогда, когда избиратели в отпусках, на огородах будут копаться, или, собственно говоря, не в состоянии выслушать и провести полноценные дебаты. Все это скорее от лукавого. Но самое печальное, что это разваливает ту стабильность, которая нам всем позарез нужна на фоне кризиса финансово-экономического и военно-стратегических опасностей и санкций.